Столица Северного флота обновляется с каждым днем все сильнее. Это неудивительно, ведь ремонтные работы в многоквартирных домах идут полным ходом. Но совсем скоро наступят холода, успеть нужно еще многое. В многоэтажке по улице Инженерной 3 в Североморске ремонт подъездов – долгожданное событие. Уже обновлена входная группа, а сейчас рабочие красят стены и потолок на лестничных пролетах. В скором времени все три подъезда обновят. Чтобы внутридомовые помещения выглядели уютно, выбраны яркие цвета. Покрасили шикардос, побелили шикардос. Вообще очень довольны всем этим делом. Постоянно сыну новости шлю, он у меня в командировке. Он говорит, отлично, идет дело хорошо. Так что все здорово. Эти обновления стали возможны после того, как в доме был установлен приемлемый тариф на содержание и ремонт. Все дома имеют свой тариф. И понятное дело, когда он экономически обоснован, управляющая организация имеет ресурсы и средства для того, чтобы выполнять ремонты быстро и много ремонтов выполнять. Понятно, что здесь все зависит от того, насколько он экономически обоснован. А в доме по адресу Сизова 6 после перехода на актуальный тариф наконец удалось обновить кровлю. Этому событию рады не только жильцы, но и представители управляющей компании. Ведь выполненный ремонт – залог комфортной жизни североморцев. Своевременность внесения платы за содержание и ремонт, а также достойный тариф в указанном доме позволил провести работы, сопоставимые с капитальным ремонтом многоквартирного дома. Благодаря пониманию и взаимодействию жителей Североморска с управляющей компанией, жизнь во флотской столице становится лучше. Впереди еще много планов по благоустройству.